Здравствуйте. Время 10 часов 27 минут. Продолжается финальный матч. Второй категории в городе Минск, Минск Стар. В финале встречаются Либер Качмазов и Никита Каширин. Клуба России. Потри в первом сете подает Либер. Не проходит первый мяч. Thank you.
этот мяч Никита выполнил четкий удар на вылет. Первое.
говорили, что таких очков сегодня будет достаточно. И выигрывает очко. Thank you.
больше на подаче Никиты. Никита держит мяч, но Алибек сразу атакует. Сантиметров 10, но это была вынужденная ошибка, потому что Никита пошел вперед и, в общем-то, сбил настройки Алибека в обводке. Больше Никита на подаче. Вторая подача в исполнении Никиты. Никита держит мяч, пошел вперед и безупречен Никита в атаке. Именно таким образом возможно ставить в сложное положение соперника по пяти в первом сете. Срывается мяч Никиты. Странное решение судьи. Он опять принимает решение, что мяч попал. Но если мяч зацеплял линию, то совсем чуть-чуть.
выступает перекрученный мяч под заднюю линию. Сетка сыграла в пользу Никиты. 15-30. В это время на первом корте вернулась после медицинского перерыва Виктория Конопадская, и матч продолжился. Ошибается при выполнении этого сетскока Алибек, и 6-5 в пользу Никиты Каширина. Очередное решение судьи. Странное, мягко говоря. Ну, не будем вмешиваться в судейство. Будем считать, что это решение не бесспорно. 15. Если что там у нас. 30-0. Вновь не проходит первый мяч.
матч. Причем он идет подавал вторую, чтобы четко вкрутить его в площадку. Абсолютно верно, Никита выходил вперед. Правильно это нужно было делать. Но при игре света допустил ошибку. Девушек на первом корте. Безупречен Никита в обводке. Сетка сыграла, в общем-то, за него. Он четко положил мяч по прямой через коридор. Рубик при всем желании не мог достать этот мяч. Острая атака Никиты приносит ему очко, и с ним первый сет. 7-5 в первом сете.